Всем привет! Вновь в эфире телеканала «Крым. Танцы на ТВ» и я, Лилия. Как я и обещала, сегодня мы поближе познакомимся с ансамблем «Сюрприз». Эксклюзивное видео с их репетицией специально для вас. Вас приветствует коллектив «Сюрприз!». Танцевальные постановки этого хореографического ансамбля всегда сюрприз для зрителя. Его выступление – неповторимое и всегда разнообразное шоу. Яркие костюмы и высокое мастерство исполнения. Декабрь – знаменательный месяц для образцового хореографического ансамбля «Сюрприз». Ведь именно в декабре 2004 года и родился творческий коллектив, в составе которого на сегодняшний день более 60 талантливых детей. За 9 лет ансамбль «Сюрприз» успел покорить сердца зрителей и жюри на разных конкурсах и фестивалях. Мы много путешествуем с нашим ансамблем, были во многих странах. Например, во Франции, Италии, Венгрии, Болгарии, во многих других странах. Ансамбль «Сюрприз» – победитель многих конкурсов, в том числе и международных. Если участвовать, то занимать только первые места. Являемся 15-кратными обладателями гран-при, а также победителями и лауреатами первой степени. Воспитанники Натальи Баландина являются действительными членами Малой академии искусств и народных ремесел, стипендиатами премии Совета министров Автономной Республики Крым. Практически ни один городской праздник и концерт не обходится без сюрприза, а значит и заряда положительных эмоций и целому каскаду чувств. Мне очень нравится танцевать. Я собираюсь связать свою судьбу с танцами. Больше всего мне нравится, что мы изучаем очень разные стили танцев. Это контемпорари, модерн, джаз-фанк. И действительно, что ни говори, а своим репертуаром ансамбль «Сюрприз» может похвастаться. Он очень разнообразен и богат. Классические, народные, стилизованные и многие другие танцы. Его главная особенность состоит в том, что все танцы сюжетные. Темы, которые раскрывает в танцах руководитель – дружба, любовь, вера, надежда и много других. Репертуар ансамбля насчитывает более 50 хореографических постановок, у истока которых чуткий и отзывчивый руководитель Наталья Валерьевна Баландина. Смотрите, с Натальей Валерьевной мы знаем, что если она говорит какие-то замечания, то это наоборот лучше. Основная заслуга всех достижений, которых добился ансамбль «Сюрприз», принадлежит Наталье. Именно благодаря ей коллектив процветает и растет. Наш ансамбль – это одна большая и дружная семья, цель и задание которой – наработка танцевального мастерства, изучение новых техник танцевального искусства, участие в конкурсах и фестивалях не только на Украине, но и за границей. Надеемся на большое будущее и приложим к этому все усилия, говорит Наталья. Любовь к хореографии и талант руководителя, преданность искусству и себе украшают нашу жизнь. Жизнь зрителей, делая ее ярче и интереснее. Да и кому нужна жизнь без сюрпризов? Особенно таких. Вы уже привыкли видеть в эфире телеканала «Крым» задорных и веселых ребят с ансамбля «Сюрприз». И для поддержания хорошего настроения – танцевальная композиция в их исполнении. Смотрим вместе. Тишина.
Если вы хотите отдать свой голос за ансамбль «Сюрприз», но не знаете, как это сделать, не расстраивайтесь. Стоит всего лишь отправить смс-сообщение по номеру, который указан на вашем экране, с текстом 7002. И помните, что количество отправленных смс-сообщений с одного телефонного номера не ограничено. А прямо сейчас смотрим следующую композицию в исполнении замечательного коллектива «Сюрприз». Через полюшко смахни перышко, мое горюшко. С моего лица смахни пылюшку, обратись, стань моим крылышком. У матрешки? На этот вопрос могут дать ответ только сами матрешки из ансамбля «Сюрприз». Внимание, посетители! Сувенирная лавка закрывается.
Одежда ведущей предоставлена магазином «Ассорти». Хочу напомнить, что все это время вас радовал и веселил ансамбль «Сюрприз». Вы смотрели «Танцы на ТВ». Меня зовут Лилия. Увидимся в следующем эфире. Улыбайтесь чаще и будьте счастливы.